Приветствую вас, дорогие мои, на колоде 78 дверей. А мы сейчас с вами сделаем общий расклад на позицию под прицелом. Если у вас есть партнер или партнерша, а пока еще который не является партнером или партнершей, ну, то есть человек, который вы держите под прицелом, который вам нравится, с которым бы вы, ну, не прочь замутить отношения, да? И вот мы этого человека, сейчас вы его представьте мысленно, то есть у вас отношений нет, но вы его держите под прицелом. Именно под прицелом. С кем бы вы, кандидатура под прицелом, с кем бы вы хотели замутить. Итак, под прицелом. Неважно, кто смотрит, мальчики или девочки. 9 позиций в этом раскладе. Итак. Расклад под прицелом. Первая позиция. Сейчас я сниму колоду. Первая позиция в этом раскладе, что он или она думает обо мне. Ну, то есть о вас, да? Я говорю от вашего, от первого лица, что он думает обо мне. Мальчики, соответственно, про себя произносят, что она думает обо мне. Итак, что он думает обо мне? Классная карта. 9 пентаклей. Это карта ценностей. Видите, здесь вышла героиня. То есть в основном смотрят всего скорее девочки. Мальчики считывают наоборот. То есть о том, что вы человек ресурсный, что вы человек ценный для него, важный и нужный. Вторая позиция. Что говорит с другими обо мне? А что говорит обо мне? Что говорит обо мне этот герой? Или героиня? Королева жезлов. Королева жезлов, может быть, тут меня смотрят девчонки огненной стихии, это страстная женщина, это яркая женщина, это женщина эмоциональная. И именно в таком ключе он про вас и разговаривает. Что чувствует? Ага, смотрим, что чувствует к вам. Тройка жезлов. Горит все внутри. Смотрите, какая карта. Горит все внутри, и человек вот-вот готов сорваться и принять какое-то решение. Принять какое-то решение на эмоциях, понимаете, относительно вас. Потому что, видите, даже, ну давайте так скажем, это маяк, это не башня, это маяк. Замаячить вас на горизонте, включить ваш интерес какими-то своими такими страстными, эмоциональными действиями. Может быть, человек, может быть, замечали, что в вашем присутствии этот человек начинает громче говорить, да, чаще поправлять, там, не знаю, галстук, прическу, чаще, может быть, присматриваться, смотрят ли за ним, да, это вот все об этом. А что хочет? А что же этот человек от вас хочет? Очень важная позиция, да, что хочет? Паш Пентаклей, Паш Пентаклей... Смотрите, подарочек, как няшненько, вот этот подарочек. Что хочет? Ну, вот хочет какую-то вам преподнести сюрпризную идею, такую, что вы не ожидаете, вот видите, стучиться в дверку, то есть постучаться в вашу дверку с каким-то подарочком, да? То есть хочет вам что-то явно предложить, что для него это предложение является очень значимым, ценным. Но по упажу, знаете, как-то осторожненько, не то, что постучать, да, а поскрипсить, можно я зайду, я тут с подарочком стою. Итак... Хорошо. Ну а что намерен делать? Что намерен делать? Мы смотрим прям двумя картами. Что намерен делать? Вот как он собрался скрипстись тут у нас? Аха! Аха! Ставить цели, мечтать, проявлять какую-то щедрость. Ребята, тут карта влюбленные. У вас прекрасный потенциал. У вас прекрасный потенциал. Карта звезда и карта влюбленные. А в будущем обрести с вами партнерство, дать вам любовь, ну и получить взаимность, конечно. Так, окончательная цель.
окончательно цель, вот с перспективой, окончательно его или ее цель с перспективой. Тоже две карты. Вы знаете, этот человек, выпадает император и рыцарь мечей, этот человек готов бороться. Человек готов бороться за эти отношения. Может быть, если вы тут загадали кого-то, ну, с кем, может быть, упущен был шанс, да, в отношениях, то этот человек, вот его конечная цель – отвоевать, потому что император – это все-таки стратег. И вот из такого маленького пошкрябывания за вашей дверью, да, с подарочком в руках, он может эти отношения сформировать во что-то серьезное. И карты ему в руки, и меч ему в руки, да. Кыш-кыш, все посторонние, да, это девочка моя. Так вот, приехать, отвоевать, завоевать, покорить и дать любовь. Так, а сексуальный интерес? Может быть, он просто платонически мечтает, откуда мы знаем, да? Сексуальный интерес. Это у нас итоговая карта. Вау, вау, вау. 10 кубков. Тут свадьба. Тут свадьба, это человек. Пока вы тут поглядываете и припудриваете носик, подкрашиваете губки, этот человек уже на вас в голове своей давным-давно женился. Я вас обнимаю, да будет так.